Как было установлено, на протяжении нескольких месяцев четверо жителей Саратова осуществляли хищение так называемых сетевых коммутаторов из подъездов жилых домов, причиняя тем самым существенный материальный ущерб организациям-провайдерам. В ходе проведения обысковых мероприятий из офиса, арендуемого злоумышленниками, оперативники изъяли 375 коммутаторов. По версии следствия, похищенные устройства перепродавались подозреваемыми по существенно заниженным ценам – от 2000 рублей. При реальной стоимости оборудования – около 100 тысяч рублей за один коммутатор. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны четверо жителей областного центра. В настоящее время установлена причастность к 30 эпизодам преступной деятельности на территории города Саратова по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Александр Сокол, Вести, дежурная часть, Саратов.